В стенах Гагарской средней школы номер 2 проходят курсы повышения квалификации учителей, организованные Республиканским центром повышения квалификации при Абхазском государственном университете. Курсы повышения квалификации для учителей Гагарского района последний раз проводились еще 12 лет назад. Курсы и тренинги повышения квалификации рассчитаны не только на молодых преподавателей, но и на тех, у которых за плечами не один десяток лет преподавательской работы. Благодаря семинару учитель может для себя ставить новые высоты в преподавательской деятельности, поднять профессиональный уровень, поделиться своим опытом и при этом получить опыт других преподавателей. Также он сможет найти ответы на многие вопросы, которые касаются не только преподавательской деятельности, но и воспитательного процесса. Курсы повышения квалификации у нас проводятся по перспективному плану. Перспективный план утверждается на ученом совете нашего университета ежегодно. И вот как раз мы приехали сейчас в Гагарский район, где мы были.